Здорово всем, с вами канал Гараж. И сегодня у нас новая тема. Мигает лампа давления масла на холостых оборотах. Ну или мигает лампа давления масла тогда, когда скидываем на нейтраль. И подмигивает вот эта вот лампа. Ну, в копейке вот здесь она, в шестерках, там, в пятерках. Она в другом месте и немножко другая. И вот происходит такое, вот вы едете, она там подмигивает. То есть, обороты вроде нормальные, а лампа подмигивает. Некоторые люди, когда у них происходит вот эта вот ситуация, просто добавляют оборотов больше. Вот, например, у копейки, у ее нету тахометра, и точно сказать, сколько оборотов, например, когда машина работает, установлена, то не скажешь. А вот в шестерке, например, там уже можно понять, сколько оборотов там, ну, сколько оборотов крутит двигатель на холостых. Вот. Так некоторые люди добавляют обороты, и эта лампа гаснет в связи с тем, что увеличиваются обороты. И я вам сегодня хочу рассказать одну из причин, почему она мигает, почему она под гору едете, тоже может быть такое. Потом, также, как я сказал, едете вот вы, например, на второй, там, едете, хоп, где-то надо притормозить, сбросил на нейтраль. И видите, что у вас подмигивает она, ну не горит, но мигает. Хоп, мигнула, потухла, хоп, мигнула, потухла. И вот так очень часто. Тоже на холостых оборотах люди очень часто жалуются, пишут, что в чем причина, не могу понять. Решил проблему тем, что залез под капот и увеличил обороты. Я сегодня хочу вам рассказать одну из причин. Продолжаем дальше, значит. Вот берем вот такую вот запчасть. Это маслонасос, он у меня немного разобран. Вот, вы едете, например, едете, у вас там 800 оборотов, например, ну, как положено, у кого-то 900 мигает, у некоторых даже на тысячи оборотов мигает. Сбрасываете передачу или просто запускаете автомобиль без подсоса, когда он работает, и у вас начинает мигать лампочка. На что первым делом я рекомендую смотреть? Так вот, вот эта вот запчасть, маслонасос. В предыдущем видео вы можете поискать на канале, я о нем рассказывал, его проблемы. Советую перейти на то видео и познакомиться вот с этой вот запчастюшкой. Сейчас я о ней рассказывать много не буду. Опять же, ну, не буду говорить то, что было. Поэтому, ребята, что происходит? Когда у вас одна из причин мигает лампочка, вот на холостых оборотах вот этот вал крутится. Ну, не так, как я его руками кручу, но быстрее. Вот здесь сверху стоит такая шестеренка. Она называется... грибок в народе называется. Она вот такая вот на эти шлицы она садится. И сверху она имеет вот такую вот форму, как шляпка. Ну, то есть, как грибок. И когда у вас маленькие обороты, то есть, она вот на этих шлицах, вот здесь шлицы уже подубитые, подуставшие. Видно, да, что оно ело. И вот это ело эти шлицы как раз на холостых оборотах. Когда оно проскакивало, вот, то есть шестеренка проскакивает, а вал оно не крутит. И как только вы добавляете обороты, она начинает, шестеренка, быстрее его крутить, и у вас тухнет давление масла, потому что он начинает быстрее всасывать масло, и быстрее оно доходит до датчика. Вот. Поэтому, ребята, я советую обращать внимание на грибок. Кто не знает, где он находится, как он вынимается, опять же, советую посмотреть мое предыдущее видео. Там все конкретно я о нем рассказывал, где стоит, показывал. Поэтому вот такая вот движуха, пацаны. Когда скидываете передачу, двигатель начинает работать на холостых оборотах. Вот эта вот
вот этот вал крутится потихоньку, здесь проскакивают зубцы, или здесь они могут быть плохие, или в этом грибке, потому что там точно такие же заходят ему в пазы. Ну, видно, да, вот. Вот. Вот если снизу более-менее, то сверху уже все. Уже оно... Ну, еще зацепиться есть где, но уже... Вот этот вот насос мигал, кстати. Пока его не поменяли. Ну, это уже зависит от того, насколько вот здесь убиты шлицы. Все может быть не так страшно, если у вас просто съело шлицы на грибке. Поэтому просто грибок берете, свой вынимаете, идете в магазин. Меняете и устанавливаете 800 оборотов и забываете про такую проблему. Но, друзья, хочу подметить, что это одна из причин. Не факт, что у вас мигает давление масла именно по этой версии, что я рассказываю. Поэтому, друзья, смотрите видео, делитесь им обязательно. И наблюдайте за тем, за ремонтами, за рассказами. А еще добавить хотел, что люди, которые добавляют обороты, не решают проблему. То есть вал заставляют быстрее крутить. Все равно со временем оно сожрет ваши шлицы. И со временем заклинит двигатель. Если ему не хватит где-то в каком-то месте масла, будет беда. Поэтому советую я решать эти проблемы как можно быстрее.